Всем привет! Вы на канале Кэнди Ева. Сегодня мы будем открывать альбом Rockstar от Stray Kids. Это у нас лимитная версия. Я очень его ждала. Мы еще давно до того, как он вышел, предзаказку заказали. Я надеюсь, что это предзаказка. Итак, мы будем сейчас открывать. Я супер рада. Я очень хотела этот альбом. А еще, друзья, если вы хотите заказать альбомы, ну и знаете где, то можете заказывать на K-Pop-овом. Я уже второй раз заказываю. Вот у меня вот этот альбом тоже с этого сайта. Все хорошо приходит, в хорошем качестве. Открываем. Это так. Вот эти штучки. Смотрите. Вот тут чек лежит. И я уже вижу. Ребята, мне положили карточку предзаказную. Я в шоке. Я просто в шоке. Я очень рада, я уже знаю, с кем мы там. Открываем. Так. Это карточка с админом. Двойная. Смотрите, вот тут. Это сэры, вот это Rockstar. А тут сэры Супербол и... Короче, я сутилфат. Я в шоке, мне очень нравится. Сейчас мы будем колдовать на Джисону и Минхо. Раз, два. Раз, два. Все. Надеюсь, что нам они попадутся. Это мои два ульта. А я хочу Феликса и Хенжина. Да, мамы, это Биас, Феликс и Хенжин. Ну я уже в шоке с этой карты. Мне очень нравится. Открываем. О, все, давай. Мама, ты видишь, вот дизайн крутой, да? Вообще, да, мне очень нравится. Он еще красивее без этой пленочки. Небольшая проблемка, такой шок произошла. Я когда открывала, у меня попала на карточка, я немножко увидела. Типа с кем я увидела. Так, так, вот тут покажу. Вот такой здесь сзади. Вот это значит, что оно оригинальное. И будем открывать. Какой? Ванчан. Так. Минхо! Ну, он классный вообще. Давайте дальше. О, вау! Вот это классное. Вот это. Итак, мама. Ну, вот кто классный. Вашего Хёнджина, мама. Классный. Не, ну, я согласна, тут все крутые. Ну... Это просто мега фотки. Феликс. Он так прикольно. Он в юбке? Да. Мода. Слушай, у меня есть такая юбка. Это свадебный такой подъюбник. У меня дома такой есть, да. Могу тебе дать поносить. Сынвин. Это новая уже это пошла. Какая рам. Это из клипа вот эти вот их костюмы. Нет, это не из клипа. Не там, не пираты? Нет. Вау, ну это классно. Не, ну качество очень крутое, конечно, печать и такое все. Очень красиво сделано. Это вот, мне вот это сейчас третье будет очень нравиться. Вообще мне очень нравится вот это вот такое. Ну, понятно. Концепт такой. Феликс. О, смотри, как оно прикольно, типа такое это... Как прозрачно, знаешь? Такое. Сынмин. Он тут классный. Он, подожди, мне кажется, или это... Вот. О, да, вот. Вот это с этого. А это там с третьей эры будет. О, мне очень нравится. Ну, Чунин тоже у меня... Вот у меня ульты Минхо, Джисон и Чунин. Вот мне тоже нравится очень. Вот, вот, вот это третья эра. С которой будет вот эта фотка. Я в шоке. Я в шоке, мама! Ты
Какие фотки классные, я просто в шоке. Хан. Ну тут тоже. Я сейчас в обморок упаду. Stray kids everywhere, all around the world. Давай, вот, 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 вот. Та-дам! У меня есть карточка эта. Итак, дальше давайте. Чунин. Вау. Круто. Вообще. Ну и тут лирика. Вот. Мне очень понравилось автобук. Все круто вообще. Итак, будем приступать к наполнению. Ну, альбом очень красивый, мне все нравится. Итак, приступаем к самому интересному. Вот эта карточка, кажется, кьюнитка. Мне она выпала, я видела, кто там. Ну, нам покажи. Я сама, можно себе гляну? Ну, я в шоке, мне очень нравится. Мама, тут мой вяз и твой вяз. Давай. А, ну круто, круто. Угодили тебе и мне. Угодили мне и тебе, реально. Открываем дальше. Здесь у нас диск. Вау, ну диск классный. Мне надо такую штуку купить, на которой можно их слушать, я буду слушать. Потому что у меня есть уже 5 Star, и будет этот. И, короче, надо мне штуку эту покупать. Упаковочка красивая, все красиво. Мне немножко оно спалило, ладно. Так, а тут два плаката. Подожди, надо это. Тут групповой плакат будет. Подожди, подожди, подожди. А как его? Все. Так, все, я поняла. Где ты там? Посмотрите, какой классный! Он даже больше моего с Банчаном этого плаката. Так, здесь у нас стикеры. Покажи. Стикеры супер крутые. Я буду на тетрадке где-то, наверное, их клеить. Это супер классно. Здесь у нас вроде бы мини-плакат с кем-то. Пожалуйста, с Минхо или с Ханом, давай. И... Это не они, но это... Вот это. Вот, вот такая штука. И он, да... Короче, дай мне вот эту. Вот, так. Тогда его видно. Супер классно. А как не видно, покажи. А не видно, но вот так. Прозрачная, типа. Угу. Карточка. Еще карточка? Ну, тоже да. Давай. Там две карточки, одна такая. Так, я не знаю, с чего мне начать. Вот это, я не помню, что это. Я вообще не помню, что это. Ну, давай это откроем. Это, я не знаю. А, это вот этот мини-постер такой со всеми. Вау. Он посмотрел, что он живет тут вообще. Итак, здесь у нас такой мини-панорамка со всеми. Но там есть три версии, опять же, как и образы. Поэтому я не знаю, с кем мне будет. Я первым вам покажу. Давай. Давай. Я такое люблю. Три. Три. Два. Один. Переверни. Они немножко вверх ногами. Ой, класс. Иди. Я. Три. Ой. Три. Два. Один. Это мои любимые образы. Сейчас у нас будут панорамки. Здесь есть две версии с разными участниками. Я не знаю, какая у меня версия. Итак, let's rock. И сейчас я пойму сразу же, какая это версия. Нам не видно. Это просто какая... Я вот этот образ мега люблю. Вот эту шапочку. Это так классно. Эти панорамки. А, их не две? Их четыре. Ну, давай. Ладно, это просто, давай. Давай нам следующую.
я знаю, кто же тут мой бяс. Твой? Ну давай. Хан Джисон. Я это себе, я всю вот так биндер себе положу, она так красиво будет. А, ну еще вот такая штучка тут была на ней. Карта, пожалуйста, давай. Кого ты хочешь? Минхо или Джисона? Угу, ну давай. Давай, колдуйся. Так. Давай ты первая, я смотри. Я так переживаю. Смотри, первая ты. Я так переживаю, это просто. Тук-тук-тук-тук-тук. Джисон, это ты? Тук-тук-тук-тук-тук. Минхо, это ты? Так, я сейчас чуть-чуть посмотрю. А, давай. Кто? Ну, карточка. Почему не попала? Покажи. Мне же не везение на Чанбином. Посмотри, вот это с Чанбином, это с Чанбином. Везение сегодня. Вау, ну мне нравится. Это, конечно, не Минхо, но у меня с Минхо есть карточка. А тут с Ханом у меня есть, так что я не расстраиваюсь. Но мне очень все нравится. Я вообще такая довольная. Я очень хотела этот альбом. Вот вообще, я так рада. Я буду сейчас миллиард раз пересматривать это все, вкладывать в биндер, вешать на шкаф себе. Ев, ну это предзаказка? Да. Нас не обманули? Нас не обманули, это предзаказка, потому что вот это только в предзаказках есть, и плакат тоже есть только в предзаказке. Так что нас не обманули. Ну что? Всем пока-пока, подписывайтесь на канал Кэнди Ев, ставьте лайки, пишите комментарии. И ждите новые видео. Новые альбомы, может быть. У Евы есть папка, называется K-pop, и там все видео с концертов, на которых она была, все распаковочки, все в той папочке. Да. Смотрите, лайкайте. Всем пока-пока! Пока-пока!